Блин. Так, чтобы не мешало ничего копателю. Так, вот линия. Теперь делаем длину. Вот так вот. Идем. Ну, вот до сюда. Вот так вот убираем и ставим. Еще. Вот, у нас такая линия. Ну, это надо нам еще убрать. Уберу всех. Чтобы не мешало реально. То есть это помешать может. Вот так вот. И поставим там маркер тоже. Потому что он там понадобится. Так, вот у нас ограничения поставлены. Теперь берем копателя и ставим, как я, один-один. Вот так вот, берем копателя и ставим вот сюда. Маркеры убрались, потом собираете вы их. А комбайн построился, вот. Большой, сейчас. Темнеет, надо вам быстрее ускоряться. Вот, маркеры убрались. Так, теперь, чтобы работало, нам нужно еще двигатель сделать. Это нам вот так вот надо сделать. Это мой этот был, репорт. Так. Так, поспим и будем на следующий день делать двигатели. Так, вот следующий день. Так, вам у меня вроде есть место. Нет, места нет. Тогда нам надо на улице строить. Так, для этого загляну я в свой мешочек. В моем мешочечке много чего есть. Так, нам надо каменные движки. Стоп. Так вот. Это выкинуть. Это тоже выкинуть. Колбасу оставить. Так, теперь берем. Сундук ставим, маркеры убираем, берем движки. Ну все, можно делать. Теперь берем, ставим их. Вот так вот. Так, значит, что у нас еще надо? Трубы. Трубы. Транспорт. Ставим кобблстоун вот эти вот трубы. Так, почему-то криво, я сейчас вам объясню. Ну это надо гаечный ключ делать. Мы его сейчас все создадим. Вот этот врач. И с помощью него вы можете переделать. Что из дерьма там? Извиняюсь за неполадки, блин. Ну это не неполадки, это я-то что-то неправильно сделал. Вот так вот. Да почему они должны вставиться ведь? Так, сейчас, подождите. Так. А, я не те трубы ставлю, ё-моё. Нужно деревянные трубы, это нам надо их делать. Вот.
Так. Теперь берем гаечный ключ. Ставим вот так вот. Проводим золотую трубу. Power. Так, золотая труба. Golden pipe. Вот эту вот трубу проведем. Сюда одну и транспортную трубу. Бах. Вот так вот. Теперь летим к нашему тому копателю и ставим там значение 4. Ну, то есть... А, надо еще телепортацию туда провести. Ага, значит, берем опять же золотую трубу. Опять телепорт. Так, проводим сверху. И вот сверху это. Ставим значение 1, 2, 4. И принимать, да. Так, теперь летим... А, не, стоп, раны. А, хотя бы летим. Летим туда. И делаем там тоже значение 4, но потом мы опять к этому пролетим. Ну, создадим тут дома сундук, а там создадим телепортационную трубу, куда будут сложиться аресы, которые только переданы. Так. Вот, осталось только запустить, ну, поставить эти. Ну, дышки, короче, запустить. Нам нужен уголь. Угля тут нету. Угля в мешочке у меня нету. Но уголь можно тут найти. Так, вот. 2, 3. Раз. 2, 3. Все, можно сказать, готово, но еще рано. Блин! Так, вот и уголь ставим. Так, почти готово. Теперь осталось сделать в доме сундучок. Сделал я... А, вот тут есть. Так, теперь берем черную трубу. Сюда ставим эту, и сюда ставим эту. Тут делаем... Тоже 4 принимать, да? Так, теперь летим к нашему карьеру. Большой карьер-то оказался. Да и ладно, это еще мало. Он будет рыть до неломаемого слоя, то есть до коренной породы. Так, проводим сбоку трубу и тоже ставим эту трубу. Ставим значение 4. И отдавать он сам будет. Так, все. Почти готово. Осталось только запустить двигатели. И будет он загружаться. Ну, может, и все. Запускаем. Двигатели работают, энергия уходит. Ну-ка. Вот меня это бесит. Как тут крипер появился? Так, правильно. Не дай бог, он что-то взорвёт. Телепорт, иди. Так вот. Так, понял, телепорт. Что-то не работает он. Ха. А. 5. Принимать, да? Принимать. А. Нет. 4. Принимать, да? Перегрузим к мешкам. Мешки-то работают. Только что-то энергии не передается. Подождите, это хоть золотая труба. Так это не та труба!
Вырубаем. Это не та труба, уж извиняюсь. Это не та труба просто, это золотая труба, которая вещи приносит. А мне нужна золотая труба, которая энергию приносит. Так, стоп. Не, вроде та труба. То он. Посмотрим мешочки, может у меня в мешочке есть труба. Может это труба. Не, вроде это труба. Так вот, ну-ка. Да что такое это? Почему не та труба? Он тупо не передает что-то энергию. Ну-ка. Там такая же труба стоит. Ну-ка.